Всем привет! Сегодня поговорим об установке и записи Linux Lite на флешку и с флешки на жесткий диск и с последующей его настройкой. Практически вот адрес такой, я его еще под видеороликом приведу. Здесь нужно будет только что вам сделать. Здесь вот можно выбрать русский язык, нажать на скачать. И вот здесь мы посмотрим информацию. Минимальные требования. Значит, ну я сделаю побольше. Где-то вот так. Вот посмотрите. Минимальное требование. Процессор 700 МГц. Оперативная память 512 МБ. И разрешение экрана 1024x768. Носителями могут быть или DVD-диск, если имеется на стареньком компьютере порт для USB, то гнездо для USB. Ну, а желательно иметь вот такие характеристики. Процессор на 1,5 ГГц, оперативки на 1 ГБ, ну и разрешение несколько побольше. Вот практически и все. Linux Lite сделан специально для старых компьютеров, которым там по 5, по 10 лет, но также одинаково хорошо работает и на современных компьютерах. На них он просто будет летать. Значит, если пролистать все это дело вниз, вот, пожалуйста, можно скачать 32-битную сборку, а можете скачать 64-битную сборку. Я скачал вот по торренту 64-битную сборку, и мы сейчас ее просто-напросто проверим. Вот я запускаю на виртуальной коробочке. Посмотрим, грузится она или нет. Вот старт Linux Lite. Ну, это можем закрыть. Вот имеется установщик. И при помощи установщика, значит, мы будем этот образ на жесткий диск компьютера. Вначале запишем этот, значит, образ на флешку. Для чего я это дело делаю? В виртуальной коробочке, если образ грузится, то значит он будет записан спокойно на флешку. Если флешка не стартует по каким-либо причинам, то это означает только одно, что у вас или флешка плохая, или неправильной установки, или программа для записи на флешку была выбрана неудачно. Как понимаете, можно записать все это дело из любой системы. Я взял флешку. Вот сейчас мы ее вставим. Пойдем на форматирование. Ставим парольчик. И теперь запишем на него образ. У меня он находится в папочке загрузки. Вот он. Правой кнопкой кликаем «Создание загрузочного USB накопителя». Ну, а я по-русски проще написал бы и короче «Создание флешки».
нажимаем левой кнопочкой, выбираем опять-таки нашу флешку, записать, единичка, опять дурацкое слово авторизовать, какие только любители русского языка их делают, авторизовать или авторизировать. Да господи, уж во всем мире принято. Окей, две буквы. И все понятно, что окей. Ну ладно. Пока там это дело пишется, значит, посмотрим, что у нас, значит, имеется на жестком диске. Я выделил на 14 разделе вот, 32 гигабайта для Linux Lite. Вот на 14 раздел жесткого диска, и будем его вставить, потому что так у меня тут программ много всяких, чтобы не перепутаться. А вот посмотрите, как у меня мирно уживается на диске самые различные операционные системы. Ну еще раз вот могу запустить их. Вот смотрите, на эмуляторе. Вот они, голубчики, все здесь, как говорится, стоят. И каждый запускается нормально из меню загрузки, и все нормально. Образ успешно записан. Закрываем это дело. Теперь программа какая? Я перезагружусь с флешки. На флешку я установлю программу для записи с экрана, и прямо с флешки буду вам показывать, как я на флешке устанавливаю на 14 раздел жесткого диска программу Linux Lite. Вот практически и вся, как говорится, премудрость. Итак, я загрузился с флешки, установил программу для записи с экрана. Ну, закроем эту табличку и перейдем непосредственно к установке вот Linux Lite на 14 раздел жесткого диска. Двойной клик делаем. Язык снова выберу русский. Но не буду ничего загружать. Попробуем. Здесь я выберу другой вариант. Продолжить. Здесь опять-таки выберу 14 раздел, изменить, extension 4 форматируем, форматировать, делаем как корневой, и теперь еще отмечу кладовочку свою, вернее swap файл на 4 гигабайта. Вот 14 раздел у нас помечен как корневой. А теперь кладовочка, вернее кладовочка говорю,
файл подкачки. И нажимаю установить сейчас. Клавиатуру выбираю английскую, можете выбрать американскую. Там просто способ переключения расклада клавиатуры другой, вот и все. User PC, пароль сделаю я единичку. Здесь тоже сделаю единичку. И входите в автоматическом режиме. Началась установка, ну подождем, будут ли новые сообщения. Ну, здесь я ничего не меняю, можете выбрать любой часовой пояс, который вам нравится. От Москвы до Владивостока. А вот интересные сообщения во время установки программ. Значит, чтобы оставаться обновленными, просто, значит, кликните в меню «Фаворитах», «Install Updates» и следуйте инструкциям. «Upgrade» на новую, как говорится, там версию. Кликните меню «Установки», «Light Upgrade», «To», и автоматически он обновится до следующей доступной версии Linux Lite. Ну и вот, в конце концов, получаем долгожданное сообщение, что установка завершена. И можно, значит, перезагрузить компьютер. Что мы и сделаем. И следующее видео урок я уже начну с установки, вернее, с настройки на Linux Lite под, как говорится, уже конкретно пользовательские нужды.